А сейчас об этих и других темах подробнее. На заседании Лидского районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие. Главной темой стало обсуждение выполнения целевых показателей эффективности и заданий по Лидскому району за январь-июнь текущего года. Как проинформировал первый заместитель председателя Лидского райисполкома Игорь Квасовка, в регионе обеспечено выполнение двух целевых показателей из трех – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата и совокупное поступление доходов в бюджет. Не обеспечено выполнение целевого показателя по инвестициям в основной капитал. Предприятия работают стабильно. Некоторые, например, ОАО «Лакокраска», даже опережают запланированные темпы. Растет заработная плата. Несмотря на то, что год выдался засушливым, на полях Лидчины собран неплохой урожай зерновых. Что касается строительной отрасли, то за полугодие в районе в эксплуатацию введено почти 25 тысяч квадратных метров жилья.